А что, работает подъемник? Нет, нет. Подъемник не работает. Всем привет, я внутри болида. Маленького на маленького поменял. Пусть перед нами въехал бы. Пускай, давай, едь. Открой окно. Открыли. Душно, блин. А что ты мне окно не сделал? Там надо опустить его просто вручную. Блин, как тут жарко. Вот этот болид легендарный, мы внутри. Леня опускает стеклоподъемники. В Горбуне лучше работает, я тебе скажу. Ну ты видел, как я ушел от него технично? Нет, не надо. Не? Потом не поднимем его, нет. Миша, давай толкнем, садись. Павло там, смотри, что творит Павло. А, тоже в толкача заводят. Давай, давай, давай. Быстрее. Все такого типа машины. Давай. Давай. Засосал, полный газ. Полный газ. Давай. Что такое? Закачал, бензином воняет. Вот одевается человек. Запотел? Что уверен? Димаш, это надо одевать. Измотал. Я бы не одевал. Михалыч заставит. Нет. А я что надо? Одна, ты какую-то вставку, есть какой-то ключ или это? Снизу. Дай ключ. Сейчас поедем. Главную звезду не оставим. Все нормально. Чуть-чуть по прямой он хорошо заводится. Поехали. Сигнал работает, все. Все четко, летим. Поехали, втекаем! Тут все с пивом. По фотку давайте, смотрите в камеру. Руки поубирайте, блогеры хреновы, блин. И меня, и меня. Все, Запорожец завелся, можем ехать. Погнали. Все основные тут, ёлки. Посмотри, Михалыча догоним. Не надо, у него день рождения сегодня. Подрезать ему не будем. Да нет, так хотя бы. А он за рулем или нет? Ну, конечно. Стой, стой, пропускай. Все, пропускаем. Блин, ну четкая машина, да? Вот смотри, что? Сколько людей может везти. Да, да, вообще такое такси хорошее. Маршрутка хорошая, я тебе скажу. Да вообще ракета. Где запор? Запор видишь? Нет. Там куча машин. Там 80. Так, давай, он отрывается. Наваливай. Только влево не режь, опасно. Вот он, этот выхлоп. Не, ну так сейчас нормально с этим выхлопом, да? Более-менее можно разговаривать. Разговариваешь со мной, значит, отлично. Так, это руль, это Леня. Это ты руль, руль поменял? Руль поменял! Да? Да, да. Больше. Мне мужники подарили руль. Класс, БУ я смотрю немножко. Да, немножко. Кто-то, мухи. Глянь, какая пыль, а там лужи. Я ж застрял на Горбуне, сюда ехал. Ну, я думаю. Меня Миша спас. Вот в тех калюжах? Да, да. В одной. Ну, надо было дубасить просто, я боялся там, мало ли, знаешь, ну, не удариться ничем. Хотя там машина такая, что удариться невозможно. Смотри, как он дубасит. Да дубасит вообще, слышишь? Давай, наверное, наваливай. Мне не нравится, что мы отстаем. Потолок мягкий. Сейчас. Так, 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 так. Все, догнали. Догнали? Что-то там? Полный привод, а куда это? Потерялись. Потерялись в тупике. Вон туда нам, да, наверное. Давай, давай, давай за ним. Потерялись. Песок знакомый. А, проскочили. Вон. Так, вот эта грязь знаменитая. Первое препятствие, ну конечно. А что они стоят? Почкают. А там страшно? Нет. Выкинь его, кричат. Подъезжай ближе, ближе, чтобы их видно лучше было. Недобрые они, ты видишь какие. Да вообще жесть просто, что за люди. Понижайку будем кричать? Да нет, едь так. Ух, елки. Ты посмотри, как тут жестко. Хорошие места.
Фу, попахивает. Чем? Они воняют. Открывай окна, нечем дышать. А надо раздеться, да? Ну, Леня, ну жесткий. Так, где Запорожец едет за нами? Так, ну куда у тебя тут можно положить телефоны, чтобы я их не потерял? Сюда. Вот сюда? Да. Тут надежно, нет? Не совсем, там есть сюда куда падать, но все равно ложить. Блин. Это лучше, чем потерять? Чем потерять. Запорожца нет, что он застрял. Не знаю. Сейчас куда-то. Да не, он не может там застрять, ты че? Я думаю, там вроде бы ничего такого. Там для... просто может глубоко для него. Не-не-не, глубоко. Подтопится чуть-чуть. Так. Какой-то маршрут. Это маршрут. Я тут что-то не был. Незнакомый, да. Ну как, знакомый, но он такой немного другой. Едем, едем. На наш маршрут, на Броды едем сейчас. Ну, открыл? Да. Красиво как, да? Места вообще бомба просто. Да, тут для отдыха вообще все шикарно. Как я успел вовремя прилететь. Да, вы давно приехали? Нет. Ну, мы без 20 стартанули от Фора. А, ну так практически передо мной. А скорость какая по трассе была? А я не знаю, у меня спидометра нет. Километров 70 было. 70 где-то, да? Ну я 60. То вы оторвались немного. Блин, как тут красиво, Борода да? Вперед просто уехала. Вообще, они не могут найти место, видишь? Петляют. Они следы запутывают. Запутывают навстречку. Что-то он катается просто. Выгуливает этих зайцев. Туристов? Не-не, сейчас где-то мы уже близко. Вон, там какие-то фары уже есть впереди. Смотри, 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 куда он идет. О, какой-то маршрут интересный. Ох, елки. Ого. Ого. Давай понижайку включим. Тут уже хорошо становится. Вот тут Запорожец может... и не проехать, хотя должен. Мы же тормознем. Давай тут встанем, посмотрим. Лобовое у тебя какое-то нечистое. Ого, тут, смотри. Копнули, чтобы не ездили, понял? Ага. Ров копнули. Братушки, допрыгались! Руслан, давай, толкаю! Руслан, толкни. Павло, елки-палки. Что, все? Сломалось? Михалыч. Чем-то на Запорожец похожа машина. Да, Павло? Павло. Починил! Стой, стой! Михалыч починился. Все нормально. Такси на Дубровку, давай. Леня, конечно, это не препятствие. Починил переднюю блокировку, Леня. Починил, говорю, ты блокировку. Говорю зрителям. Да. Так, вон машинки впереди уже. Но не включаю. Да. Тут. С твоим потенциалом не надо их включать. Понял, мы резанули. Вот тут хорошая дорога. Запорожец. А как он Брод проедет? Стой, вперед его пусти. Так. На воздушном охлаждении все перед нами. Пенсгауэр на воздушном, кто не знает. Смотри, человек в розовой кепке там, блин. Да. Как он там оказался вообще? Неизвестно. Догнал пешком, наверное. Давай, 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 дубась, 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 дубась. Фу! Ты что, дубась? Мы его сейчас задубасим. Не бойся, все. Поехали, поехали. Держи, 3 метра дистанцию держи от него. Ёханый бабай, Леня, блин. Охренеть, а как мы туда провалились, блин? Там не было такого. Сейчас есть, ты видишь. Это жесть вот вообще. Надо было сюда ехать. Ну, можно было. Не, ну подожди, надо Запорожье. Поехали. Поехали. Куда? Блин, давай за Запорожцем, потому что мы его пропустим. Поехали, поехали, поехали. Да он туда объедет сейчас. Давай за ним. Параллельно едь, параллельно. Он в объезд, а мы за ним.
Давай. За ним? Ну, можешь прямо ехать, нафиг нам за ним, блин. Мы же на внедорожнике. Смотрите, как идет. Ё-моё. Запорожец. Блин, ты так дубасишь. Сильно копаешь очень. Так я понижайку не включил. Ёханый бабай, Лёня, блин. Еще нам застрять не хватало, опозориться сейчас. Не застряли. Уже застряли. Ладно, сейчас что-то подключаю. Включил все, смотрите. Смотрите, люди в шоке просто. Скажи, мы не можем застрять, это самурай, детка. Ну, Леня жесткий. Я понял, что у тебя она ломается иногда. Все теперь понятно. Потому что ты просто жесткий. Так, ну сегодня у нас автопарк шикарный, как никогда. Видел, как этот глушитель строит? Какое? Ну, из мусорного ведра глушитель. У кого? У меня. Да? Блин, крутой какой, слышишь? Вообще, Геленваген отдыхает, да? После Лени 70-ка. Не проехала. Я сегодня одет шикарно. Дельфин дал костюм. Андрюха куда-то поехал. Кто это? А? Бодя, это ты? Конечно. Ёлки-палки, я тебя не узнал. Смотрю, какой-то мужик. В белой рубашке. Да, прилип нормально там. Самурай проехал. Это самурай накопал, да, получается? А все накопали. Все накопали, да? Все по очереди гребли. Я ж поэтому объездной путь-то и сделал. Потому что хрен домик затащит. Ну да. Так, меняем локацию. Леня! Так, тут просто не салон, а сказка. Белая кожа, бежевая. Бежевая кожа, бежевые карты. Что, полетели? Ну, ты узнал меня, когда я ехал, да? Или нет? Да? Как? А, поэтому? По затылку? Я как раз выезжал. Давай, за Леней. На покажем. Ютубчике у вас прямые эфиры. А, эфир же шел, да. И я как раз выезжал, думал, надо нас догонять. И догнал, да? Так, гелик, а, все тут ждут. Погнали. Блин, какой красивый день сегодня, да? Первое лето только наступает. Стеклоподъемник. Макс один купил вчера. Надо еще один. В новом, ты видел, желтом новом, какие? 24 тысячи пробег мы купили. Да, я понял. Аппарат. Омыватель не работает? Нет, омыватель. Моторчика не может. Нечего утяжелять. А, он вчера, знаешь, что купил эту помпу? Он в Москвиче, у меня Москвич когда-то был, и тоже брызгалка механическая была. Патриот, да? На 37-х. На нем они смотрятся небольшими. Так, блин, подожди, давай нам тут... я всех пропущу, потихоньку. Тут сложное место. Геленваген, конечно, проедет. Остальным будет сложно. Сейчас интересно Леню тут посмотреть. Тут очень глубоко было. А вон Андрюха там. Блин, Леня, конечно, монстр. И Андрюха проехал, офигеть. Так, ГАЗ-66 остался. Шишига должна проехать, конечно, хотя тут очень непросто, очень. Хватает размера колес, всего хватает. Так. 35-е колеса рулят, конечно. Но тут было сложно. 80-ка тоже подготовлена в порядке.
она тут не застрянет. Ох и дубасит. А вот 70-ка может застрять. Посмотрите, тут вообще. Не, пробило ходом. Ходом пробили. Пробита траектория. Так, что там у нас осталось? Запорожец. Такие емища. В прошлый раз он тут проехал. Но выбрал траекторию правильную. Подожди, я посмотрю, куда ехать. В прошлый раз проскочил. Тут видите, что творится. Тут жестко. Даже не знаю, как поехать. Ну, вот типа. Наверное. Вот так как я шел правым колесом. Будет пробовать, что. Красавчик, блин, почти. Блокировка есть. Фантастика вообще, я помог чуть-чуть. Это крутяк вообще. Это просто монстр. Ну тут уже не сложно. Дожди были хорошо тут. Скажи, как, да? Еще ж мотор не работает нормально. Тут тоже что-то произошло. Вода поднялась. Да, да, тормози. Знакомая ситуация, когда надо нажать несколько раз. А в горбатом, понял, педали смещены и очень близко вообще. И Макс меня тянет на веревке, я по педали попадаю в сцепление. Понял, жесть вообще. Ощущения, конечно, не из приятных. И кто-то ехал только навстречу, с той стороны следы. Так, ГАЗ-66. Это самый глубокий брод в этом месте. Да, тут. А гелик через яму не ехал? Нет, нет. Очканул. Леня. Звезда канала. Застрянет. А должен. Надо право, правый. Все, блин, все. Там мои кроссовки. И телефон. Иди, спасай его. Иду. Леня, елки-палки. Кроссовки мои подними, Леня, кроссовки. Цепляй. Где ж тут теперь найти лебедку, ё-моё. А где лебедка, Лёня? Пока нет. Где она, Лёня? Пока не нашел. А, нашел, давай. А, подожди, да, давай. Стоп, стоп. Давай. Хотел ближе, чтобы быстрее. Но Леня любит подольше, да? Подольше. Подольше. Ты такой, Лёня. Пошел. Заглох Леня. Это
Сильно был уверен. Был бы на вояках, не застрял, конечно. Говорим, поставь вояки. А он... Нет, самурай, хорошие мосты. Я узенький. Переворачиваюсь все время, контент даю. Так и живем. Кроссовки мои наверняка мокрые уже. Ёлки-палки. Там в бардачке хоть воды не было? Нет, нет. Ты греблей не занимался в детстве? Нет. Лёнь, нет? Нет. А получается, у тебя данные мог стать реальным этим. Реальным гребцом мог стать. Так, кулек пока сюда закрепим тут. Я думаю, он не потеряется. Так открой кингстоны, ты чё? Нет, а что, не срабатывает стартер, да? Нет, пока нет. А ну поклацай. Да вон дырка там вытечет сейчас. Поклацай. Вообще, да? Подожди. А. Вообще. Не, перемкнуть надо. Шноркель. Кастрированный. На тибусах. Руслан, как... Так, заводись. Да. Так, теперь. Теперь Чероки. Красиво. По правильной траектории. 35-е колеса решают. Кто там следующий у нас? Так, 80-очка. Сильно вправо. Вот так, вот так. Да. Ну пока едет. Не, молодец. Нормально. Нормально. Слышь, а что это за лючок? Вот это прикинь для этих, для тех, кто бензин по ночам, какой подлом. Еще если б ключ подбирали всю ночь. Вот это жесть вообще. А кто тут за рулем? Привет. Лючок видел какой? Это для этих, кто ночью бензин тырит, да? Разу едет. Пониже, наверное. Мамка, не-не, руль лево. Лево, руль. Лево, лево. Леша, иди, смотри. Видишь, что ты лево? Ты должен никого. Чтобы он забыть сразу, ты попытаешь подъехать. Потом чуть-чуть ставить. Вот дельфин. Да, ну просто так, да, ну там тоже пинил. Там пинил. Да. А там 37-е колеса, что там ехать, господи. И мощный мотор. Вот это сложнее будет. Красивые диски. Давай в консультацию, что ты стоишь. Сегодня твердо, там всегда... Красиво. Все, можно идти. Так, тут у него своя траектория. В прошлый раз он по ней шел. Так, почти прошел. Чуть-чуть. Сейчас я подтолкну, подожди. Сейчас толкать надо. Толкать надо. Подожди, Миша, сейчас толкнем, чтобы не загло, главное. Может назад чуть-чуть? Или вперед сразу?
Подожди, сейчас вперед давай. Ё-моё, тут жесть. Давай! Мне надо кому-то ехать. Давай раскачку, раскачку давай. Раскачку давай. Все, блин. Чуть не проехал. Тут, конечно, ил такой внизу. Сейчас попробую показать вам, что он застрял. Видите, тут ил. Да не, он же не заглох сразу. ГАЗ-66 едет на спасение. Что-то можно полегче было, конечно, взять. Ёханый бабай. Что-то полегче надо было взять для эвакуации запорожца, конечно. Так, тут чтобы не упал он в болото, то придется лебедиться. Стоп, 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 стоп. Блин, там упадет в болото сейчас. Ого, тут по-жесткому. Становись, отвесишь. Назад выезжает. Да, тут для шишиги узковато. И решили выехать, кто-то пусть поуже заедет. Да, хорошая шашига. Андрюха сразу едет. Да, шикарно патриот себя на этих шинах чувствует. Сзади мост патрулевский, кстати. Стоп, стоп, стоп! Назад, назад! Назад! Штурман, куда ты смотришь? Я казал, куда? Запорожец вытащить? Не, идет нормально, сейчас ты на бугор наедешь. А, блин. Мимо бугра чуть-чуть. Стой, Андрюха, Андрюха, стой! Дерево бобры сожрали сухо. Еще, еще, еще. Сразу так было зацепить. Давай! Запорожец спасли. Там узко. Все, давай. Осторожно тут, Андрюха.
Зеркало смотри. Поехали. Сразу можешь заводиться. Миша, заводись сразу. Сейчас он там взял этих пассажиров. Ну, конечно. Это ж патриот, ты чё? Он своих не бросает. Заводись, заводись, заводись. Пока тащит, заводись. Наверное, ты не сильный, но... Не, он правее. Правее возьми, правее, Андрюха! Так, а тут Элечка. Тут так не так просто, как кажется. Запорожец не просто так застрял. Заводись, заводись. Есть. Помогай. Завелся прямо в болоте. Красавчик. Так, Элька проехала. Было тут непросто. И тут я иду довольно твердо, кстати. Тут бы запорожец бы, если бы не пыхтел, то можно пробовать было одним колесом по этому краю. А он так и поехал, как я шел. Красавчик. Небольшой перекос, ну, опа, тут повис. Назад, чуть-чуть попробуй назад. Теперь руль вправо, да, и поехали. Газу, 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 хорошо. Все, все, отлично. Так, мы внутри болида. Вторую, допустим. Или третью, третью. Давай. Сейчас прочмыхает. Работает. Да. Не хочет, да? Воды набрал. Сейчас дерну. У него динамика мягко. Мягко дергает. Ожил? Тут как в этом, как на аттракционе, слышишь? Эти, что прыгают с мостов на растягивающейся веревке. Чем-то есть сходство. А ты третью включи, может, пусть протащит. А, нет, третьей мало, вторую, да? Это Андрюха медленно очень тащит. О, блин! Без подголовников сиденья так опасно, конечно. А ну газу дай. А выжми полный. Полный газ. Полный газ. А без газа хочешь, а с газом. А, да, да, это знакомая история. Топлива нету, значит.